Азербайджано-российские отношения важны для всего региона. Однако существуют силы, которые хотят эти отношения разрушить. Об этом в интервью телеканалу CBC в рамках передачи «Глобальная дискуссия» заявил председатель Комитета парламента Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям Самет Сеидов, комментируя визит в Москву спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой. Цель Еревана, отметил парламентарий, дестабилизировать ситуацию в регионе Южного Кавказа и закрепить результаты оккупации. Азербайджан же на территориальные уступки не пойдет никогда. И она во время выступления говорит, вот здесь со мной вместе в делегации находится Турал Генджалиев. Он руководитель общины Нагорного Карабаха, вот как представляет ее Нагорный Карабах и здесь, и в парламенте. Это, вы знаете, было очень символично, что вот силу, волю и желание, политическую и моральную волю азербайджанского народа вернуть эти территории и обеспечить проживание беженцам на своей исконной территории, мы никогда не уберем с повестки дня. И второе, то, что можно таким слоганом дать на визит госпожи Сафаровой, это то, что никогда Азербайджан не допустит второго государства на своей территории. Полную версию интервью с председателем комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям, главой делегации Азербайджана в парламентской ассамблее Совета Европы Самедом Сеидовым в рамках передачи «Глобальная дискуссия» с Анастасией Лавриной смотрите на телеканале CBC в понедельник в 20:20 по бакинскому времени. Альбина Абдурахманова, CBC.